Мне, сам не знаю почему, ужасно понравилась ваша усадьба. Разрешите нам погостить у вас несколько дней. За всю историю пьесу Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» экранизировали два раза. Эраст Гарин настолько проникся этой сказкой, что в 1964 году вместе со своей женой Хесси Локшиной написал по ней сценарий к фильму, а чуть позже сам его и снял, сыграв при этом короля. Вторая экранизация пьесы состоялась в 1978 году. Режиссером выступил Марк Захаров. В его версии ставка делалась на музыкальную составляющую, звездный актерский состав, ну и, конечно же, Евгения Леонова в роли короля. Как обычно, я отобрал 4 фрагмента, где актеры играют примерно одну и ту же сцену. Таким образом, мы легко можем заметить все нюансы исполнения роли короля в фильме и, соответственно, сделать определенные выводы. Я по натуре добряк, умница, люблю музыку, кошек, и вдруг такого натворю, что хоть плачь. А сам я по натуре добряк, умница, люблю стихи, прозу, музыку, живопись, рыбную ловлю люблю, кошек, да, я кошек люблю. Но иногда такое выкинешь, что просто на душе второе цело. А что делаю? Он ей нравится, значит, и мне тоже. Какого он происхождения? Волшебного. Великолепно. Родители живы? Умерли. Прекрасно. Братья и сестры есть? Нет. Лучше и быть не может. Нравится он ей, значит, и мне тоже нравится. Родители живы? Умерли. Великолепно. Братья и сестры есть? Нет, нет. Еще лучше. Эти бездельники, эти дармоеды оставили ребенка без присмотра. Девочка влюбилась, поссорилась, переоделась мальчиком и скрылась. Мерзавцы, дармоеды, оставили без присмотра ребенка. Дочка влюбилась, поссорилась, переоделась мальчиком, скрылась. Почему? Сама дура, потому что во мне тетя родная проснулась. Дура неисправимая. Почему? Потому что я сама дура. Потому что сейчас во мне проснулась тетя родная, дура неисправимая. Удивительно, насколько же отличается игра актеров. Конечно же, Эраст Гарин схитрил. По сути, он сыграл того же короля, что и в «Золушке». Или, например, мальчик с пальчик, но все время играет на деньги, в прятки. Разве что добавил немного экспрессии, ведь его король по натуре добряк, который может такого натворить. Но при этом он смотрится очень органично и замечательно вписывается в атмосферу происходящего. Евгений Леонов пошел своим путем. Он не пытался завуалировать свою сумасбродность и умудрился передать образ этакого свойского парня, который с трудом уживается с тараканами, что хозяйничают у него в голове. В итоге получилось два совершенно разных короля – сказочная версия Эраста Гарина и более приближенный к реальности король Евгения Леонова. Лично я затрудняюсь сказать, кто лучше. Мне понравились оба. Но что думаете вы, уважаемые читатели, чей король вам понравился больше, Эраста Гарина или Евгения Леонова? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а пока я, как всегда, благодарю за просмотр. Напоминаю про лайк и подписку. На этом все. С вами был Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы.